Глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков привился компонентом вакцины «Спутник Ви». Согласно правилам перед прививкой, его осмотрел терапевт на предмет противопоказаний. Ему измерили давление, температуру, прослушали работу сердца и легких. После прививки глава района чувствовал себя комфортно, за исключением легкого недомогания. Первый этап вакцинации также прошла и главврач районной больницы. Отметим, что все ампулы вакцины, завезенные в муниципалитет, осваиваются полностью.